привет! С вами проводник по городу Кристина и программа «Я в Бийске». Сегодня мы отправляемся на праздник, который посвящен Дню химика. Мероприятие проходит на площади перед Дворцом культуры и спорта Бийского олеумного завода. Обещают, что будет весело. Что ж, пойдемте посмотрим. Рядом со мной один из режиссеров праздничной программы Лилия Кирякова. Лилия, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что же это за праздник, День химика? Ну, традиционно, последнее воскресенье августа наш город отмечает День химика, потому что наш город – это город химической промышленности. А что можете сказать о сегодняшней программе? Что ждет бийчан и гостей праздника? Этот праздник очень обширный, очень большой. Сначала был торжественный концерт с награждением. Теперь у нас работает несколько площадок. На улице большой грандиозный концерт, где выступают коллективы ДК, приглашенные коллективы из Новосибирска и из Барнаула. В конце ожидает большая дискотека и праздничный салют в 10 часов вечера. Я хочу сказать, я забыла тебя. А сейчас мне буквально на минуту удалось поймать за руку ведущего, одного, точнее, из ведущих сегодняшнего мероприятия, Евгения Андреева. Евгений, в целом, как праздник? Как у вас настроение? Праздник шикарный, настроение супер. Ведь это, можно сказать, в этом году первый такой мощный праздник для города Бийска. Мы уже устали отдыхать, вот эти пандемии, и все мешало нам, да, что-то сделать зрелищное и яркое. А в целом, как вам сегодняшняя программа? Программа отличная, артисты подобраны на ура, приглашенные гости очень здорово исполняют песни. Мы давно скучали по этому, и я думаю, что все удалось на 100%. Вы знаете, какой сегодня праздник? День химика. А кому посвящен этот праздник? Химикам Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, какое у вас сегодня настроение, как праздник? Хорошее. Праздничное. Отличное. Я вообще не отсюда, но вот ради праздника приехала сюда, чтобы побыть здесь. А вы откуда? Из Советского. То есть вы из Советского района к нам в Бийск приехали? Да, да. Ну и как вам праздник? Не зря приехали? Очень хорошо. Все интересно организовано. Давно не было таких праздников. В общем, все понравилось. Очень хорошо. Я думаю, что отсюда уйдем в очень высоком настроении. Все прекрасно. Музыка, танцы, весело. А не побоялись пандемии и пришли на праздник? Почему? Мы верим в иммунитет. И что кто-то уже привился. Ну, для ребенка это тоже как бы такое событие, что много аттракционов, там, развлечений. Хорошее настроение. Пришли погулять. Вы семьей? Все. Мы семьей, да. Попрыгали на батуте, дочка довольная. Про День химика мы знаем все. Мы знаем, как мешать, что, с чем, как, куда. Что упускать, и где, и когда. Так вот, ну, как бы вот так вот. А сегодня день пограничника. Ура! Ой, гуляли до утра со мной. Видели дождь, гуляли всю ночь до утра. Чему конкретно посвящен День химика? Химии? Людям, которые работают.
работают на производстве, связанном с химической промышленностью. Этому и посвящен. А, хорошо, а почему выбрали вот именно профессию, связанную с химией? Интересно. Все. Какое у вас сегодня настроение? Опишите его. Замечательное. Отлично. А еще как у нее? Да. Очень хорошо нам здесь. Чего ждете от праздника? Подарков. Просто хорошего настроения, чтобы время супер провели, супер. Супер, классная атмосфера. Жалко тех, кто сейчас не могут посидеть, потому что это невероятное что-то, что здесь происходит. Люди блестящие ходят, и вообще очень классно, здорово. А чему посвящен День химика? День химика? Ну, вероятно, тем, кто трудится в этой сфере, непосредственно работникам, обычным простым людям, те, кто трудится на благо нашей Родины. Группа Los Vaqueros. Давайте подойдем поближе к сцене и посмотрим, как же зажигают биичане под их хиты. Учебный процесс, папа с мамой встретились болезнями. Потерял 200 килограмм, 10 не пьет, не ест места. Я в спинках пишет песни. Медлячок и прозвучал. И пусть банально и не талантливо, но как сумел. Выпускной ты, спасибо. Насколько сейчас важна профессия химика и чем вообще важна? Вообще в стране она всем нужна. Это, ну, химики, они есть химики. Ну, вся наша жизнь – это химия сплошная. Я сама химик, работаю на заводе. Ну, без химии никуда. Все, что нас окружает, это химия. Даже человеческие отношения – это сплошная химия. Конечно, эта профессия нужна. Я очень надеюсь, что она будет развиваться, и люди будут учиться на химиков, и наш завод будет процветать. Почему решили посетить праздник? Получила награду. Вы химик? Да. И вы? Химик-химик. 35 лет. 35 лет, ничего себе! Почему выбрали все-таки именно эту профессию? Столько лет в ней уже держитесь? Потому что коллектив хороший. Я задыхаюсь от бедности, от твоей моей свежести. Я помню все твои трещинки, а пою твои мои песенки. Почему? Я не химик и точно сказать не могу. Ну, наверное, очень нужна, так как у нас без химии мы не можем жить. Вот как-то так. Как вам сегодняшний праздник? Какое у вас настроение? Очень понравилось. Тем более, что я приехала с Якутии к сыну. И для меня это очень впечатляет. Ну, как же без химии? Все везде химия, это необходимо. Я тебе бросаю, и спрошу вас удостоверить. По лицу роса, я тебе бросаю, за тобой бегу до рассвета, бросаю. Очень хорошо. В прошлом году не было, скучно было. В этом году прям классно. Хороший, замечательный концерт. Классно. Вообще ништяк. Ништяк. Чем прошлый год, это вообще что-то. То, что было раньше, это вообще, в этом году вообще ништяк. Что я далеко от тебя.
любви, но это невозможно. Нет, нету строчки, я не словечко тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может это было зря, может это было зря. Ты скажи, что за наказать кого? Я говорю, я по тебе. Я тебя снова получаю. Ты далеко, даже не скучаешь. Но я вернусь, просто ты пустаешь. Самый последний момент увидели, что сегодня праздник, как бы. Ну, слышали, вчера еще, как бы, и вот решили зайти, посмотреть. Ждем салюта. Ой, вообще шикарно. Супер вообще. Все хорошо. У меня очень хорошее настроение, мне все нравится, я безумно счастлива. Мне нравится все, понимаете, мне все нравится. У нас получается семья реально. Есть семья медиков, есть семья там строителей, а у нас семья химиков. До праздничного салюта осталось совсем недолго. Ну а сейчас на сцене зажигательное фаер-шоу. Итак, настал самый долгожданный момент этого праздника. Торжественный салют, которого так все ждали. Сильно рабочий труда. И судьбы людей на заводе бесценны. Живут в трудовых орденах. Что ж, ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся в неделе. Всем пока-пока. Гордиться Алтай! Смотрите программу «Я в Бийске» на странице Бийского телевидения на видеохостинге YouTube, в группах «Бийск. Мой город» в социальных сетях, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru.